Российская пропагандистка Маргарита Симоньян поделилась своим мнением насчет того, когда президент РФ Владимир Путин пойдет на прекращение огня с Украиной. Путин пойдет на прекращение огня в тот момент, как мне кажется, когда будет устойчиво обезопасены новые границы Российской Федерации, а границы это будут находиться там, где мы тоже посчитаем нужным. Симоньян добавила, якобы при этом абсолютно не важно, кто именно будет занимать пост президента США. Если это будет одноногий тайский гей трансгендер, что, конечно, случится. Не, Рамасвами. Мне нравится Рамасвами. Совершенно все равно. Однако на самом деле россияне хотят прекращения войны с Украиной. Как сообщает издание Bloomberg, в ходе недавнего телефонного опроса россиян выяснилось, что около 48% респондентов считают, что пришло время переговоров о мирном соглашении. Отмечается, что это наивысший показатель с начала полномасштабного вторжения. При этом 39% опрошенных поддерживают продолжение войны. Впрочем, Bloomberg отмечает, что рост общественного недовольства не повлияет на Путина. В материале сообщается, что Кремль ввел самые жесткие репрессии против инакомыслия за последние десятилетия, заключая оппонентов в тюрьму и объявляя критику войны вне закона.